Вскапывание, рыхление, переворачивание почвы и все работы, связанные с подготовкой почвы под выращивание растений, требуют больших усилий, определенного мастерства и опыта. Поэтому очень важным является подбор соответствующих инструментов. Ни один садовод не обойдется без лопаты, вил и граблей. К счастью, мы можем приобрести современные, удобные, эргономичные и безопасные средства. Не без значения является также их современный дизайн. Лопата – это наиболее часто используемый инструмент в саду. Он необходим не только при вскапывании почвы, но также мы используем его для посадки или пересадки деревьев и кустарников, вкапывания стоек ограждения, а также для многих других уборочных или строительных работ. Поэтому при покупке стоит обратить особое внимание на особенности инструментов, свидетельствующие об их хорошем качестве. В зависимости от формы головки лопата может быть закругленным лезвием или штыковая. Лопата с закругленным лезвием является идеальным инструментом для вскапывания и переворачивания почвы. Штыковая лопата подойдет для особо требовательных рабочих мест, а также при обрезке краев рабатки или газона. Современные лопаты отличаются безупречной эргономикой, высокой точностью исполнения и оригинальным дизайном. Даже регулярная работа такой лопатой безопасна и неутомляема. Хорошо профилированная рукоятка гарантирует правильную и стабильную позу во время работы, что сводит к минимуму напряжение мышц и их последующую усталость. Форма рукоятки обеспечивает удобную работу с инструментами и обеспечивает захват несколькими способами, а система Safe Touch гарантирует надежный захват и защищает лопату от повреждений. Важна также конструкция головки лопаты. Прочная металлическая подставка под ногу, которая является неотъемлемой частью головки, обеспечивает опору при погружении лопаты в почву. Благодаря этому мы увеличиваем нажим, а также защищаем обувь. Покупая лопату, следует иметь в виду, чтобы она была подходящей для человека, который ей работает. Важно, чтобы вес инструмента был адекватным, желательно около 2 кг. На эти же параметры следует обратить внимание при выборе совковой лопаты. Лопата используется для набирания и пересыпки сыпучих материалов, таких как, например, песок, гравий или щебень. Индукционно закаленная головка из высококачественной стали с содержанием бора, дополнительно усиленная ребрами, позволяет долгую и эффективную работу с инструментом. Эргономичная рукоятка правильной формы гарантирует стабильную и удобную позу во время работы с инструментом. Вилы являются технически близкими к лопате, тем не менее работа с ними часто легче и удобнее. Используются везде, где достаточно рыхлить почву и не надо ее копать. Вместо жести оснащены 4 стальными зубами. Используются для сбора урожая корнеплодов, выкапывания картофеля, луковиц или некоторых сорняков. Мы используем их часто, поэтому при выборе вил следует обратить внимание на особенности, свидетельствующие об их высоком качестве. Это будет влиять на дальнейшее удовлетворение от их использования. Так же, как лопата, вилы должны иметь эргономичную рукоятку, подходящую форму рукоятки и систему Safe Touch, которая обеспечивает комфорт во время работы. Важно, чтобы зубы были закалены и сделаны из высококачественной стали с содержанием бора. Хорошие садовые инструменты должны быть функциональные, эргономичные, прочные и сделаны из легких и прочных материалов. Они будут нам служить в различных погодных условиях, при высокой и низкой температуре, засухе и влаге, поэтому их покупку следует хорошо рассмотреть.